Приветствую вас, мои дорогие друзья, которые смогут увидеть так называемый многосерийный фильм о галерее Шматько и сыновья. Для начала хочется вас познакомить, как бы говоря, с первых шагов с украинской блокады, в которой я нахожусь. И представьте себе, вы только обратите внимание, 2204 дня на сегодняшний день. Безусловно, если подумать, что я живу в 21 веке, находится здесь галерея колоссальная, а именно что только 130 скульптур, 80 из которых итальянский уральский мрамор, и более 300 картин. А если рисунки взять и прочие наброски, это может доходить до 600. Так вот, значит, мне хотелось бы вас познакомить, в каких условиях находится галерея именно в Украине. И возможно ли дальнейший расцвет этой страны, если культура сама находится, ну, мы будем сказать, в непристойном виде. Почему? Потому что благодаря образованности людей, как говорится, этой же культуре, искусству, человек становится намного выше. И, безусловно, что благодаря таким качествам, которые овладеет общество, мы будем надеяться, что никогда не будет братоубийственной войны или войны вообще на планете. Почему? Потому что люди высокой культуры, сознания смогут всегда навести те диалоги, которые могут нести только мир. На сегодня мы обойдемся тем, что я только познакомился со своей точкой зрения. Для чего? Для того, чтобы в следующий раз мы приоткроем дверь и попытаемся войти в исторические события, начиная от матриархата и кончая сегодняшними днями. В этих скульптурах и картинах я запечатлел это время. Я думаю, что большая польза от этого будет или нет, кто будет смотреть эти небольшие ролики, но все-таки будет приятно тогда, когда люди познакомятся с моим творчеством. И мы, конечно, нуждаемся в обществе. Почему? Потому что я не живу лично для себя. Для себя мы только можем жить тогда, когда нас несут на кладбище. Там это наша дорога, вот, и наш путь. А здесь я живу в обществе, тем более, что я творю для человечества в основе. И я думаю, что то, что я коротко рассказал, мне кажется, этого будет достаточно для следующей встречи. Благодарю за внимание, и я надеюсь, что я постараюсь приоткрыть завесу, как говорится, исторических событий, вот, с которыми вы можете познакомиться. Спасибо.